просто продуктов, в обморок упасть от продуктов. Куча всяких, куча вкусных. Не знаю. Смотрите, индюшка, вот, пожалуйста, приготовили, и не надо мучиться. А мой там заказал все. Вот какие-то тефтели всякие вкусные. Кстати, очень вкусные. У них очень вкусные. Вот эти тефтели стоят 12,99. Просто обалденно на самом деле. Конечно, всякие овощи здесь. Тоже хапсю. В основном у них очень хорошего качества. И здесь самые любимые магазины. Самый любимый магазин американцев на самом деле. 6,99. Такая интересная картошечка. Тут можно попить вот такой сок бесплатно. Черри. Здесь все в больших контейнерах. Вот если мы берем, то надо все брать в очень больших контейнерах, упаковках. У них все это очень красивые, свежие цветы. Вот где нужно покупать все время. У них и розы 16,99. Они всегда у них очень свежие и долго стоят. На самом деле очень хорошие. Вообще тут 3 килограмма. Нет, тут 2,5 килограмма, 28 килограмма. 22. Очень вообще все много. Это все чисто мясные ряды. Всякие сыры, это голубые сыры. Ну, смотрите, капуста. Я почти в половину меньше купила вчера. Что все равно здесь намного лучше покупать сыр. Здесь много немецких сыров. Это. Вот 7 чем-то стоит вот такой контейнер. Это. Мы в другом магазине купили вообще 4-ю часть, наверное. С клюквой, сыр, козий. Сейчас все делаю. Кстати, очень вкусно. На тост намазать и полезно на самом деле. Это смотрите, как у нас прикопченный сыр. Это все за полкило. Здесь в Америке все за полкило. Не очень нравится вот эти. У нас на свадьбу мы покупали. Здесь все. 99. Кстати, очень хорошая цена. Сейчас смотрите. 40. Только что попробовала вот такой вот домашний, можно сказать, пирог. 11,99. Там все овощи на песочном тесте приготовлено. Вы знаете, как действительно домашняя кухня. Вот какой-то. Вот шашлыки, по-моему, пожалуйста. Всякое мясо. И действительно оно вкусное. Не то, что я там сочиняю. Я только что попробовала еще. Там стоят вот суп давали мне. Вот смотрите, тоже домашний суп. Очень вкусный. Я попробовала вот это. Краб. Очень тоже вкусный. Цена его. 9,99. Это мне тут в таких контейнерах. Разогреваете и все. Смотрите, вот такой. Пекленный суп. Вот смотрю, что вот этот разбирают суп, наверное, очень вкусный. Вот какой-то суп, короче. Эти макароны 14,99 тоже. 4,99. Вот такая баранина. Леле. You like it?
Надо купить вот это на Рождество. Я beef is so nice. Вау. It's good, very good price. Yes. Короче, нашли на Рождество продукты. Не будем ничего заказывать. А то он с ума сошел позаказывать по 100 долларов. Это все. Так что приеду на Рождество. 18.49, 17.99. Такие разные там. Ансолт это не соленые. Да, вот это очень соленые. Я люблю не соленые джемсы, вот это кишью, оно тоже есть, но уже пришла домой, вернулась, сразу не сняла, вот, потому что, наверное, я ехала час одним автобусом, около часа другим автобусом, так что такая дорога. Укачивает в автобусе, пока приехала вообще, так я уже и отдохнула, одним словом. И что я купила в этом магазине? Я купила вот две коробочки такие подарочные. Видите, какие конфетки ассорти вот здесь. Это для учителя одного и второго. Вот. И стоят они 12.99. Потом я вот такой костюмчик взяла. Со штанушками. Ну, это по моему бизнесу. Мне нужно очень. Один костюмчик был. Вот я его купила. Он стоит 11.99. Потом такой сыр купила. Он похож на наш голландский. Очень вкусный. Уже продегустировала. Уже попробовала. И стоит он 7.99. И вот такие огурцы купила. Они, вот. Хорошая цена была. 3.99. Ну, надеюсь, что они вроде бы как тверденькие. Вроде бы хорошие. И я все потратила. Какие у меня покупочки. Я как находилась в этом магазине, там, наверное, вот стояли 7 человек для дегустации ихней продукции. Ну, не ихней именно, а той продукции, которую они продают. И это было, в принципе, время обеда. Так что, где обедал воробей? Да, так что они там в чашечках, то в салфеточках раздают эту еду. Но вы знаете, я столько всего перепробовала. И курицу, и пирог этот, и суп. Тоже оранжевую картошку попробовала. Ну, короче, еще и бульон попила, и сок вишневый, с чего я только не поела. Даже не знаю, 7, может, даже и больше. Короче, одним словом, пришла, напробовала всего. Так что еще и пообедала. Отлично, походила, экскурсию сделала сама для себя и для вас. Думаю, вам она понравилась, моя экскурсия. Так что спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всего вам самого хорошего. Пока-пока.